сегодня собрались, в большей части поговорить не о политической части, а нас интересуют вопросы обеспечения такого форума. Мы всегда пригласили те организации, мы ждем, должны, наверное, подойти транспортные предприятия, потом мы заинтересованы в обеспечении питания. Мы планируем экспозицию. Прежде всего, экспозиция будет касаться тех служб Ленинского района, города Керчи, которые готовы выставить свои интересные предложения для инвесторов. На сегодняшний день изъявили желание поучаствовать в этом форуме практически все субъекты Российской Федерации, много коммерческих структур, образовательные вузы интересуются, студенты, самых разных, так сказать, в общем, субъектов Российской Федерации. Если вы зайдете в интернет, вот, вы прочитаете много отзывов, много приглашений, по большому счету, уже в каждом регионе об этом форуме уже достаточно знают. В будущем, я думаю, так сказать, Керчь, она должна стать именно такой знаменитым таким достаточно городом с точки зрения как бы того, чтобы здесь развивать экономику, развивать другие отрасли, агрокомплексы. Много чего здесь можно создать. И для этого как бы, мы придумали вот такую площадку Азово-Черноморский форум. Он имеет статус международного. Принеся сюда деньги, инвесторы, естественно, так сказать, это даст толчок развитию всему региону.